Так, ну что, всем привет. Собственно, новый день начался. Сегодня у нас по плану расстановка вот этого всего, то, что я вам говорил. И я буду заделывать всю стену. Сейчас вот уже начал. Забыл даже камеру включить в ППХ. Пенопластом прокладываю швы, потом буду пенить, потому что толщина достаточно большая щелей. Вот, поверху там тоже стыки все в дырках, надо все это запенить, чтобы тепло не уходило. Там, соответственно, возле трубы тоже у нас идет дырень, тоже заделать. Короче, вот эта вся стена сегодня будет заделываться, запениваться. Вот, ну и, собственно, приводиться в нормальное состояние, чтобы ничто не уходило в соседний цех, чтобы тепло туда не уходило. Так, ну что, вот я уже и наверху. Вот такие вот здесь щели в соседний цех. Вот они по всей передней плиты. Вот. А, собственно, на такой высоте нахожусь. Стою на канале из металла воздушном. Вот. Собственно, вот такие вот щели. Там вот тоже все надо заделывать. Вот, туда пенопласт забивать, запенивать, в общем, хватает дел. Ну что, вот такие вот куски пенопласта, ширину где-то почти 8 сантиметров. Вот эту щель я запихиваю. Вот. Сейчас здесь надо будет немножко его подчесать, хотя здесь есть тонкий. Но отсюда прям холодный воздух сквозит, нормально такая. Осталась единственная щель, сюда прям такой бум. Воздух фигачит холодный, чувствуется. Так, ну что, пропенил. Здесь он пенопластом проложил, толстым достаточно. Вот, прошелся. Здесь швы, все вот так вот они, муха даже залипла. О, здесь все прошел, там он, еще осталось там пройти. О, собственно, потом с той стороны то же самое надо будет сделать, но прямо оттуда вот дуло очень сильно. Сейчас уже не дует холодным воздухом соседнего цеха. Вот такие вот дела, друзья. Чтобы было тепло, нужно к этому подготовиться. Помещение, которое никогда, по сути, не утеплялось для зимнего пребывания в нем, ну, требует очень большого внимания. Поэтому сейчас занимаюсь до начала заморозков всем этим делом, чтобы потом по холоду не заниматься этим вопросом. Как-то так. Дверь, соответственно, тоже будет утепляться либо пеноплексом, либо пенопластом и зашиваться USB-шкой. Все, то есть как бы потом будет ставиться газовый котел и будут разводиться трубы. Но это все позже. Так, ну что, друзья, у вас прошла минута, а у меня прошел целый час. Ну, собственно,
Осталось вон там чуть-чуть щели пройти. Ну а так в целом уже все практически так, как надо.